Добро пожаловать на наш канал, делюсь рецептом маринованной капусты быстрого приготовления. Понадобится капуста белокочанная зимнего сорта, морковь и сладкий болгарский перец. Для приготовления горячего маринада понадобится сахар, соль, чеснок, уксус, черный перец горошком душистый и лавровый лист. В сотейник налью пол-литра воды. Добавлю соль, 1 столовую ложку с горкой, сахар 100 грамм, душистый перец горошком 6 штук, черный перец горошком 10 штук и лавровый лист 3 штуки. Поставлю на плиту подогреваться. Как только маринад начнет закипать, добавлю 9% уксус 6 столовых ложек и 5 зубчиков чеснока, измельченного пластинками. Еще раз все хорошо перемешаю, прокипячу буквально в течение 30 секунд. Затем огонь под маринадом выключаю. Капусту я нашинковала тонкой соломкой, теперь ее слегка обминаю руками, чтобы она немного обмякла и выпустила сок. Затем добавляю морковь, я ее натерла на терке по-корейски, получилась такая красивая тонкая соломка, но можно использовать и обычную терку. Морковь хорошо перемешиваю с капустой. И добавляю болгарский перец, также порезанный тонкой соломкой. Еще раз все хорошо перемешиваю. И перекладываю в пищевой контейнер для маринования. Для этих целей я использую пищевой пластиковый контейнер, вот такое ведерко объемом 5 литров. Сверху капусту заливаю подготовленным горячим маринадом. Немного капусты утрамбую, чтобы маринад ее полностью сверху покрыл. Теперь контейнер прикрываю крышкой и оставляю в кухне на столе до полного остывания маринада. Затем убираю в холодильник на хранение. Спустя 3-4 часа капуста готова к употреблению. Добавить в нее немного зеленого лучка, ароматного подсолнечного масла, картошечки, селедочкой, самое то. Очень вкусно. Также вкусный рассол с приятным ароматом чеснока и специй. Храню я ее в холодильнике. Чем дольше она там стоит, тем становится еще вкуснее. Но у нас она долго не задерживается, потому что очень вкусная. Этот рецепт я готовлю 2 раза в неделю, рекомендую приготовить и вам. Благодарю всех за просмотр. Живите вкусно, творите сами вкус своей жизни. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых выпусках.